Перми. Судья из Перми под шестым номером поставил Алену и Олега на второе место. Ну, давайте сейчас посмотрим еще одно выступление представителей вот этого среднего класса, не претендующих на золотые медали, а пока спорящих за места с 4 по 6. Виктория Максюта и Владислав Жавнирский. Совместная пара Москва-Тюмень представляет общество «Динамо». Казалось бы, все в порядке. Возможно будет выехать из этого очень сложного прыжка. Чуть-чуть споткнулась совсем юная партнерша.
испанские ритмы были выбраны для музыкального сопровождения вот этого выхода на лед. И я вам могу сказать, что мне так показалось, тему-то они исполнили очень неплохо. И в образ вошли, и в меру темпераментно, и все вроде бы было хорошо. Если бы не то злополучное падение во время выброса, то вообще бы им цены не было. А пока Виктория Максюта и Владислав Жавнирский, пятые после исполнения короткой программы. И если сейчас им будут поставлены высокие оценки, то вполне возможно Алена Мальцева и Олег Попов, которые пока возглавляют список выступивших и получивших наиболее высокие места, они вынуждены уступить будут дорогу Виктории и Владиславу. Но у Алены и Олега не было падений, не было касаний льда, а у Виктории один раз все-таки произошел сбой, небольшой срыв. Что же касается артистического воплощения задуманного, то мне кажется, что Виктория и Владислав здесь превосходили своих чуть более опытных соперников Алену Мальцеву и Олега Попова. Ну, нам осталось дождаться результатов, дождаться предварительных оценок, которые помогут нам ориентироваться в ситуации. Кто есть, кто сейчас вот в этой средней группе. Давайте еще раз посмотрим вот этот правильный прыжок, во время которого Виктория все-таки не удержалась на льду. Подкрутка. Хорошо, на высокой скорости исполняется достаточно сложный элемент. Я думаю, что оценки за артистичность, за представление программы будут достаточно высокими. Нет, на втором месте все-таки Виктория и Владислав оказываются, но обратите внимание на оценки. Оценки достаточно высокие, и, как мы предполагали, оценки за артистичность выше, нежели оценки за технику исполнения, а оценки за технику исполнения колеблются от 4,8 балла, что я считаю несправедливым. Все-таки оценки, превышающие 5 баллов ровно, была бы более справедливой, или 5 баллов ровно. А вот за артистичность это объективно, мне так кажется.